Теперь, когда я вылечен, доктор, могу я вернуться в свой отряд? Идиот, идиот, Маккол, идиот! Да, сэр, полковник! Как там наш пациент пришел в сознание? Итак, друг мой, я слышал, вы страдаете от амнезии. Да, сэр, полковник! Заткнись! Расслабьтесь. У нас в Плейн-Рок есть прекрасный неврологический центр. Ну, он все говорил? Терпение. Он только что пришел в себя. Номер один хочет знать имена его сообщников. Этот самозванец номер 17 мог быть не единственным, кто проник в нашу группу. Изучите его грудную клетку, кстати. Скажите мне, если найдете следы от 3 пуль, что я засадил в него. Я начинаю сомневаться в личности этого человека. Я займусь этим немедленно. Вымойте его и приведите ко мне. Доктор Михаил, да, пожалуйста, войдите в комнату операции. Да. Не делай неожиданных движений, друг. Да, сэр, полковник. Шаг вперед. Следуй за мной. Thank you.
лестнице! Доктор Михаэль, пожалуйста, пройдите в комнату 11. Кто это? Вы должны были привести мне солдата. Приказ доктора Йоханссона! Дерек и Джерри будут разочарованы. Что с ним такое? Хорошо. Ты счастливчик, захватил для себя целую ванную. Давай! Ты видел это, Дерек? Похоже, он всего боится. Малыш! Малыш! Эй, парни, хватит играться! Пошли, нас ждет Йоханссон.
Стреляйте в него! Внимание, желает вам удачного дня. Спасибо вам, мисс Джеймсон. Пожалуйста, заходите еще. Почему вы не хотите говорить со мной, мисс Джеймсон?